хороший вариант для постного ужина. Гречка прекрасно гармонирует с томатным соусом. Также подавайте ее со свежими овощами, зеленью. В мультиварке варим гречневую кашу. На сковороде тушим томатный соус из свежих томатов, чеснока, лука и зелени. Для густоты добавляем немного мелки. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Приготовим продукты, овощи очищаем и моем. Гречку необходимо перебрать и промыть до чистой водой. Залить водой, посолить и поставить вариться на режим каша, время по умолчанию. Помидоры обдаем кипятком, чтобы было легче снять кожуру, после остужаем в холодной воде. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Помидоры режем маленькими кубиками. Режем мелко лук, чеснок и зелень. На растительном масле обжариваем лук до полуготовности. Добавляем помидоры и тушим до мягкости. В почти готовый соус добавляем муку, разведенную в малом количестве водой, соль, сахар, орегано, зелень, чеснок, перемешиваем и тушим до загустевания. Соус готов. Гречка готова. В тарелочку кладем порцию каши, поливаем соусом, подаем к столу в горячем виде. Приятного! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Гречневая крупа 1 стакан, вода 2 стакана, соль 0,5 чайных ложки, без горки, помидор 600 грамм, лук 1-2 штуки, зелень 1 пучок, мука 1 чайная ложка, без горки, чеснок 1-2 зубчиков, масло растительное 2 столовые ложки, орегано 1 щепотка, сахар 1 щепотка, количество порций 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.